Россия и Китай обратились в Совет Безопасности ООН с призывом экстренно созвать внеплановое совещание. На встрече планируют обсудить военную программу США, которая нарушает действие договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщил исполняющий обязанности постпреда нашей страны Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что поводом для созыва экстренного заседания стал недавний запуск американской ракеты среднего радиуса действия, а также заявление военного руководства штатов о развитии подобных систем в будущем. По словам Полянского, в ООН инициативу России и Китая уже поддержали. Ожидается, что заседание пройдет в четверг в открытом формате.